Команда «Ясный день». Ну ладно, с этим, блин, ну где капитан нашей команды? Вы все здесь? Здравствуйте. Привет, ребята. Здрасте. Погодите, погодите, это что, капитан? Подожди, я думал, там мама твоя. А о чем? Грудить ее на репетиции кормил. Вань, ты что такой радостный? Че, покупатель на свою бочку нашел? Я работу нашел. Здрасте. Вань. Да-да. А ты где в таком виде стоять будешь? Ну, вообще, планировал у метро стоять, но если вы не против, здесь постою. Ладно, короче, играйте, как играете. Команда КВН «Ясный день». Я очень хотел собаку. Но папа говорил, что одна сучка в доме уже есть, и еще одну мы просто не потянем. А наша команда на волне популярности британского сериала про Шерлока Холмса решила представить, как бы выглядел Шерлок Холмс, если бы он жил в России. Шерлок, 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 у меня такая проблема. Что за вид, Шерлок? В чем проблема? Шерлок, Шерлок, помогите, пожалуйста, Шерлок, у меня такая проблема. Стой. Сейчас я узнаю, что ты хочешь. Что ты хочешь? Шерлок, помогите, пожалуйста, у меня ячмень на глазу, что мне делать, Шерлок? Ячмень? Спасибо, Шерлок. Шерлок, что? Шерлок, Шерлок. Правда? Ну, продолжаем. Следующая история. Когда мне исполнилось 18 лет, мне все еще вызывали няню. Просто потому, что путаны не соглашались. Вань, Вань, можно я тоже историю расскажу? Ну, попробуй. Ну, вообще, встречалась я как-то с Расторгуевым. Ага. И я ему такой говорю: Коля, ты ничего не хочешь мне сказать? Да, ты он что? Он такой говорит: нет, я лучше спою. У меня была похожая ситуация, но из-за того, что в моей квартире была всего одна комната, по ночам я пассивно занимался сексом. А наша следующая миниатюра – капитан дальнего плавания на тонущей лодке. Капитан, капитан, мы тонем! Что делать будем? Тонем?
походу настало время спеть последнюю песню. Ясный день. Спасибо.